Ждем? Я зачем? Ну, вроде. Вроде да. Да. Изи. Сразу же, блядь. А у меня очень... Блядь, а я понял. А, я тоже понял, что... Я видел флаг страны. Это? Да, флаг страны, но что это такое? Что это за флаг? Ну, это у меня два варианта. Здесь просто флаг-то не показывает, как в этом, как в Геогессере. Либо это вот это. Либо это вот это вот. Тут да, три варианта, да, блядь. Да, да. Блядь, а у всех такое хуёвое качество? Да. Ну такое, блядь. Нормально. А вот интересно, это давно снято? Тоже. Бля, ну я пизданул. Может быть, это ошибкой будет? Я тоже въебашу. Ого. Хуя. Тут сложно, блядь. Сверху. Сейчас надпись будет города. Бля, хуй, дед идет. Бля, модный какой. А, времени на этот раз мало. Меньше, вообще меньше, мало. Да. Да, в два раза. А пускай будет, похуй. О, мне неплохо. Неплохо, неплохо, да. Я тоже въебашу. Пусть будет вот это. Неплохо. Я, блядь, вспомнил флаг. Подумал, а вдруг прокатит. Бля, вот надо в хой играть, пацаны. Сразу, нахуй, ориентируешься по флагам. Да у них у всех там трех стран похожие флаги. Только, блядь, ну, ты пока не увидишь то, что там, блядь, герб нарисован на гербе у них. Походу я понял, где Тереха нажал. Плохо. Я в Пакистане нажал. Это был Иран, да? Mm-hmm. Да, я Сирию нажал. А я нажал Израиль. О, блядь. Так, це ж... Как будто бы 28 дней спустя. London is the capital of Great Britain. Блядь, где только это находится? А, есть у меня идейка. Вот тут он и будет. Ноль! У меня тоже? Хорош. Мы с Димасом по нулям, ебать. Ага, идеально, блядь. Где он находится, вопрос? Вы считали, блядь, триангуляцией, блядь. А, точно. Да, точно. О, подожди, это другой, блядь. О, Громишаня в нулевой клуб вступил. Тут два балли. Ну там хорошо, что подписываются достопримечательность. Ну да. Можно найти. Ну да, без этого ориентироваться пиздец был бы. Ну да. Я думал, подписываться прям написано, что достопримечательность, да? Ну, ну так, да, так написано. Да? Не, ну, я имею в виду на экране там смотрит, там подписано Big Bang, ебать. Нихуя машина. Бля, я не могу найти. Так я не могу найти, как где-то написано, я ищу. Я иду вдоль этой реки ебаной. Может, мосты поищешь? Ну, есть самый знаменитый мост, но это же не он. И прямо у него же. Ну, у них там прохладненько так. Там Биг Бен. Курточка, вечерок поддувает. Так, огромная река, Москва-река. Здоровая штука, конечно. Удобно, чтобы часы не смотреть. Ага. Вместо того, чтобы смотреть вниз на руку, смотри. Переходит на похуй просто. Ну ладно, ничего, не переход нет. А, вот, да, бля. Но они все побежали. Хорошо. А нужно указать, где он находится, да? Да. Где ты находишься? Окей, кул. Радон, ноль, 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 да? А? Вступил в клуб нулевых? Да. Где он нашел? А почему Миша больше всех дает шкопа? Самый большой 0-0. Максимально, видимо, близко сделал. Нихуя себе процессе, тут архитектура. Это конечный изначальный. Я прям на Биг Бен тыкнул и все. А я на мост нажал. Нихуя себе, вы видели висячие сады? Парни, в самом начале слева. Я в ахуе. Не, ну есть мысль, типа, даже по жителям уже так, ну, маленько прикинуть. Да, это 100%, блядь, этот... Самая богатая это, страна, это вот Сингапур какой-то, блядь. Да, да, скорее всего, да. Что-то подобное. Пиздец, Сингапур охуенен, если это он.
Ебать, охуенный дом. Реально Сингапур. Чела, прикинь, вот так живешь, а кто-то из соседей не следит за своим садом. И у тебя жуки, блять, и подобная шелупонь будет дома, блять, жить. С другой стороны, хз. Ну да, левостороннее движение, но я не знаю, где у них. Ебать, круто выглядит. В Сингапуре. Да, 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 точно. Мне тоже кажется, что это Сингапур. Я, короче, говорю Сингапур. Давай, Тереха, бери. Давай, выбирай. Ты же уверен. Но Сингапур считается самым богатым портом, там пиздец у них жестко. Но может это не Сингапур, может это какая-то Малайзия, там, Куала-Лумпур. Вот я тоже думаю, что это Малайзия, блядь. Какая разница, в город нужно угадывать. Ну да. 15 секунд. Ого. Да ёбаный в рот. Хуя, да ёбаный в рот. Ошиблись, блядь. Ошиблись. А в какую сторону, интересно, ошиблись-то, блядь? А, я так и думал, сука, блядь. А, блядь, ну, сука. Мишаня, окей, хуй. Я не успел. Блядь, да времени не хватило. А чё это было, по-моему? Джакарта. Джакарта, южнее Сингапура. Блядь. Ну, я тупил долго. О. Это что, прости? Ага. Джапан. Понял. Сука. Это да. Джапан? Парк. Видимо, иероглифы Японии. Вроде бы японские какие-то. Да. Да, похоже очень на японское. И очень. Блять, я теперь хочу в Геншин поиграть, сука, а за что? А, я не заметил, напал. Ну, анимешники из чата, блять. Арсюху ищем там, да? Да, получается. Я, если честно, уже на карте просто смотрю, ищу место это. А вы не успели прочитать в начале? Нет. Ну это там иероглифы. Не, ну там были же написано. Бля, ну... Тут хуй найдешь. Он будет гулять сейчас по этому парку. Она слишком большая. Хуй найдешь. Да, в парке ты нихуя не увидишь. А, нет, найдешь! Ну, нажимай. Блять, ну надо сначала найти, где этот. Ну, речка чё-то такая, не живописная. Речка как речка. Ну, наверное, где-то вот, сука, даже... Не знаю, если честно. Пусть знает, я тоже. Я похуй, я на пизду тыкну. Вот здесь, наверное. На пизду. Ой, ты чё, охуел? Бля, ну это жестко, нокаут. Максон, что это такое, блядь? В самом начале было. В самом начале было, понятно? Повезло, что оно одноименно город называется. Бля, я даже не смотрел. Я тоже. Я тоже не увидел. Он сразу Он так медленно подходил к табличке, блядь. У меня стартануло, когда он отходил. Он у меня подошел, встал, посмотрел, подержал. Бля, чат, а как он, подожди, у меня такого... Понимаю. А перемотай. А у меня он началось, когда он начал отходить. Hyundai. Sandai Castle было написано. Go next. Ух, ебать. Бля. Вот какой это цветофильтр, красота. Бля, охуенно. А мне так, я что-то только одну успел прочитать, а жесть. Случайно не вот эта хуйня? Ебать, а если ты поэтому угадаешь, да. Я охуею. Вот это реально не центральный парк Нью-Йорка? Central Park? Я тоже подумал. Бля, похоже. Вон таблички впереди, сейчас мы все узнаем. Ну, мне тоже, да, на нужна Мария. Ну, а может, это парк Горького? Если сейчас будет пробегать Кевин, ну, похож, конечно, но... Он сейчас налево там, уйдет, там почище, по-моему, вроде бы. Мужик, иди направо, нахуй налево. Мужик, нет, налево, правда. Вон, давай, я думаю, дергай направо. Ну, ебаный твой рот, мужик. Там снег впереди или это, мне кажется? Снег. Так, заранее. Ну, в Нью-Йорке снег бывает там. Конечно, бывает. Но это не центральный, потому что слишком что-то невысокие прям здания. Да нет, да охуеть высокие. Нет, ну небоскребы, но никак не... Куда выше, блядь? В Молдове там еще пизже. Это Манхэттен, чувак. Бля, я говорю, в Нью-Йорке же еще выше. Нет, они... Да, они охуеть высокие. Блядь, это так, да. Если парков сколько в Нью-Йорке, блядь? Я вот тоже смотрю, это охуеть, блядь, а какой из них какой? Есть еще Ботаник Гарден, блядь, какой-то. Да, Радос прав, здесь небольшие здания. В Нью-Йорке вокруг Централ-парка пиздец небоскреба, это вообще хуйня. Это не Централ. Это другой парк. Угу. Вот, Red Bull.
Ох, американская семья. Понял, понял, братан. Понял. Походу не Нью-Йорк, блядь. Может, скорее Чикаго, блядь. Это не Нью-Йорк, блядь. Почему это, блядь, не Нью-Йорк? А, Тереха выбрал Нью-Йорк? Понял, блядь. Это не наши, блядь. Это не Нью-Йорк. Бля, пускай будет здесь где-нибудь. О, нихуя! Ебать. Ой, бля. Ой, блядь. Бля, посмотрите, какие здания, хуй знает где. Бля, мы одинаково в Сан-Франциско, походу. А, нихуя, блядь. Я вообще куда-то на шару тыкнул, лишь бы подальше, блядь, оттуда. О, так это же... Понял. Я понял, что это. Теперь надо знать улицу. Ну, там видно по флагу. Он это имел в виду. Что за флаг? А это, собственно, не... Блять, а я... Собор какой-то, да? Нет, да? Нет, да. Если не... Я сосутся. А можно шпиль показать? Блять. А это, собственно, не он самый собор вот этот, а нет, или который сгорел. То, что сгорело, это во Франции. Ты да? Говоришь про собор Парижской Богоматери. Ага, слева да. Смотрим на этот, на тачку. Она очень хуёвого качества. Домен а видим. А чё, на тачке? Домен. Угу. Ага, все понятно. Понимаем, ебать. Все, значит, как надо. Теперь думаем, что там может быть такое. Ну, справа видно, блядь, Дилран. Итальяно. Надо за DMC не бахнуть за эту музыку. Да, ну. Не если знаю, этот мужик обидится, ну, если этот мужик сейчас посмотрит, то пизда вся. Блядь, что это? Что это, парни? Пойду посмотрю где-нибудь. Может, это Ватиканская площадь, кстати? Нет, нет, не слишком маленькая. Ватиканская, она здоровая. Бля, ну красотища тоже. Бля, вот... А, ну хотя, там. Блядь. А ну-ка. Блядь. Радос разминировал. Разминировал, пацаны, да. Бля, напал. Я не смотрел. Бля, графон, нахуй, ебать. Нормально, метр. Нормально. Как ты узнал, блядь? Это было подсказка. Как ты узнал? Ну, блядь, пацаны, ну на самом деле там хуйня хуй не тыкать вообще. Там когда-то была подсказка Милан. Ну, справа Милан был. Я просто в самый центр тыкнул, где там какая-то, ну, такая площадь, блядь, была и все. Так, шо, пацаны? Кто это, японец? Ну, азиатская страна. А, ну что-то ага. Да. Бля, какой бух. О, какой, бля. Ебать, китаец? А, так это ж Китай, наверное. Красиво. Это наверное, Пекин, да. Не? Танис. Так, блядь. Меня видно, по иероглифам определять. Ну что, или Корея это? Ну это нет, ну такие здания. Или это, или что это, или Япония, бля, я ебу, что это такое. Нет, это Китай, не японцы. Чайна, интересно, почему, блядь, не Япония, блядь. Не, ну я не видел до этого. Ну можно выбрать, да, вот это вот, а можно выбрать, блядь, Пекин. Пейджинга, где он, блядь, у них? О, рада не знает, где Пекин. Я знаю, где он расположен, где-то вот тут, но тут название, блядь, меняется у этого города. Иероглифы меняют местами. Не. Велосипед. А, вот он, вот он. Попробуй, побежал. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Деловой. Ребят, привет, можно с вами? Да, привет. Здорово, заходи. Здорово. Ой, хорош, Universal, а? Ого. Это сильно, блядь. Бля, мне 8. Угу. Найс, Лубки, найс, ебать. А можно быть вопрос задать тем, кто угадал? Бля, слушай, тебя угадали. А как вы такие бляди определили, что это Шанхай? Ну а что это еще? Пекин? Нанкин? Любой город Китая? Я сначала думал Гонконг, потом после думал, что это Шанхай, блядь. Я смотрел мейджор Шанхай. Ну просто легко. Мейджор Шанхай, да. Я помню видео. Так, сейчас скину. Полностью оправдан.
Ну, допустим, если рейген тыкнуть, то типа... Не, оно не начинает, надо заново создавать. Меня как хоста кидает на ссылку создавания. Понял. Я скинул ссылку, ребята, сейчас подойду. Давай. Минутку. Давай. Исключительно охуеваю иногда с такого типа. Ну, естественно, это Шанхай. Ёбаный рот. Нет, Максим, я долго перебирал. Живут же люди, блядь. Ну, рандомно, может быть. Блин, я так хочу... Не знаю, я в последний момент на шару тыкнул просто. Я тыкнул Пекин, потом ждал, пока что-нибудь еще появится, нихуя не появилось, прожал Пекин. А я пикнул там тоже что-то в конце. Не, International не был шанхайский. Может, и был. Мейджор точно был. International не было шанхайского. Нет, Мейджор был шанхайский.